15 детских садов Барнаула получили премии главы города. В День учителя подвели итоги конкурса на лучшее дошкольное учреждение. Напомним, голосование проходило 9 сентября, причем инициатором его проведения выступили сами педагоги. Не настолько это большие деньги, вот, по большому счету, но все равно это дополнительное средство, которое позволит вам хоть что-то сделать. Поэтому, если мы будем практиковать такие вот мероприятия, то, я думаю, для вас это будет тоже большое подспорье. Всего проголосовало 70 тысяч горожан. На поддержку лучших садиков из бюджета краевой столицы выделили 5 миллионов рублей. За третье место 5 дошкольных учреждений получили по 200 тысяч, еще 5 по 300 тысяч за второе, и 5 детсадам победителям досталось по 500 000 рублей. Один из них – садик научного городка, в котором воспитывается 295 ребятишек. За него проголосовало несколько тысяч жителей сразу 6 населенных пунктов. Детскому саду более 50 лет, поэтому 500 тысяч рублей – значительная поддержка, говорит заведующая. Очень много нужд, и на благоустройство, конечно, хотелось бы, ну и другие нужды в детском саду существуют. А премию мы решили направить на ремонт музыкального зала и также благоустройство спортивной площадки для детей.